Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. Сегодня я хочу продолжить рубрику «Имеет ли значение цена?». Пришла из магазина. Что я купила в магазине? А я купила вот такой хлеб. Хлеб такой люблю, вафельный. Вот такие вот хлебцы карамельные. Кукурузно-рисовые. И вот такие вот гречневые. Купила уксус яблочный. И вот пищевую пленку я взяла в фикс-прайсе. Вот такая вот 100 метров 99 рублей. Там по 20 метров 25 рублей. Это выходит выгоднее. Это я взяла, знаете, для чего? Уксус и пленку. Еще мне надо бинты купить. Начну с понедельника, я сяду уже на диету. Все, готовлюсь. А это буду делать обертывание с яблочным уксусом и с пленкой и ходить по лестнице пешком. Я живу на 12 этаже, спущусь вниз, потом как-нибудь поднимусь. Вот и кардионагрузка, и не надо никакого спортзала. Так, это я купила, значит, на стол салфеточки новые обновить. Господи, говорить не могу. Это я взяла фарш. Сейчас я сварю быстренько супчик. А вот еще из нашей рубрики. Что же у нас? Цена имеет значение. Сегодня я буду тестировать такую тушенку. Взяла. Вот по ГОСТу. Первый сорт. Значит, 500 грамм. Стоит она 85 рублей. 81,70. Там еще есть говядина. Тоже 85 что ли рублей. Вот смотрите состав. Свинина, лук, соль, лист, лавровый, перец черный. Меня смущает слово лук. Лук не должен быть в тушенке. Ну вот что вы, как вы думаете, 500 грамм по 80 рублей, вот чье это мясо может быть? Производитель, Ленинградская область. Вот сегодня будем тестировать. Открою банку, посмотрю, что же там лежит. Так как я небольшой специалист по тушенкам, я беру больше всегда мясо свежее просто. То вот мне судить-то особо не о чем. Но вот могу... Смотрите, ведь должно быть мясо. Вот какой-то кусочек мяса, остальное все вот как паштет какой-то. Ну, раз дешевый товар, что вы хотите. Вот одно желе жира. И вот какой-то паштетообразная... субстанция, скажем так. Уж не знаю, из каких там хвостов накручено. Но я думаю, что за 81 рубль ничего доброго тут не будет. Вы сами должны понимать, что килограмм мяса стоит в среднем, ну, 320 рублей, да? Там уже, смотря какая часть, ну, все равно будем... говорить так, 300 рублей в среднем. Так что, сами понимаете, что килограмм за 75 рублей, 175 рублей тут положат. Сами понимаете, что. Это вот я про то, что цена имеет значение или нет. Это я, знаете, просто взяла, я хочу кашу перловую сварить. Ну и туда что-то положить неплохо бы какую-нибудь мясную субстанцию, скажем. Вот такую субстанцию мясную я и купила. Вот это я и буду ложить в кашу перловую. Ну, для каши пойдет. А вот так, не знаю. Не знаю, там какая говядина. В таких же банках, что там лежит. И вообще я тушенку, если честно, ни по какой цене не беру. Потому что мне кажется, дешевле все-таки взять просто мясо обыкновенного. А это я купила сегодня. Ну, сахар, ладно, сахар закончился, внук приедет, выходные. И вот, видите, для сравнения с тушенкой я купила шейку свиную. 600 грамм, 204 рубля. Ну, так, наверное... лучше я буду есть вот такую с
свинину, да? Ее и больше будет, когда ее приготовишь, чем вот ту тушенку за 85 рублей. Вот это все к тому, что цена имеет все равно значение. Пусть она дороже, но оно все-таки вкуснее. Вот даже я купила корм кошки. Три вида корма. Вот купила, значит, Фрискис по акции 12 рублей. Гурме. Пурина Гурме по 29 рублей акция. По 25 ли? По 25. И Шеба по 30 рублей. Так я ведь понимаю, что Шеба и вот это вот гораздо вкуснее корм, чем вот такой Фрискис. Вот она у меня не ест ни Вискас, ни Китикет. Она вот Пурина Уан ест, Пурина Гурме, что-нибудь такое. Вот, видите, даже животные понимают. Видимо, не зря цена разная стоит за корма. И так вообще во всем. Вот, ребята, я не перестаю убеждаться в том, что цена все равно имеет значение. Хоть мы возьмем вещи, я торгую вещами, я понимаю, что футболка за 90 рублей и футболка за 250 рублей совершенно разные вещи. По 90 рублей она вытянется, она полиняет, она выцветет. По 250 рублей футболки не будет ничего. Точно так же и во всем, да? Возьмем и машины, допустим, наш отечественный автомобиль и хороший автомобиль, да? Совершенно разные вещи. И также во всем, хоть в чем. Хоть какие-то услуги предоставляют. Тоже если дешевле цена, значит там дешевле обслуживание. Если дороже цена, совершенно обслуживание дороже. Ну, конечно, мы не будем брать там отдых. Допустим, наш в Крыму, да, отечественный, который стоит дороже выходит, чем отдых в Турции. Тут спору нет. Конечно, дешевле отдыхать за границей пока получается. Хотя наша природа нисколько не хуже, чем в Турции. Но условий у нас для этого нет. А вот насчет продуктов, вещей, автомобилей, я вам могу сказать, что цена все равно имеет значение.